подойти к борту! Дэвид Джонсон, станете петь, недоумки! Сейчас будет буря! Он дело говорит! Вы поднимайте якорь! Вы к фок-мачте! Вы к грот-мачте! Обгоним этот ураган! Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов! Вряд ли! Слишком неприятно! Стреляют! Отдавай любые приказы, друг! Будет нелегко! Парни знают свое дело, справятся! Плотник быстро не справится! Сосредоточьтесь, капитан! Ждем приказа! Дрянь похоже. Держи ровно, друг. Капитан, море поднимается. Видит Бог, едва вырвались из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. Адевали. Бывал на Нассау, Адевали? Еще нет. Да, ну и потрепало его. Он мне нравится. Все на ют, парни! Плывем домой!
Я уже решил, Аде. Пусть будет галкой. В честь ловкой птицы из моего детства в Суонси. Ловкая птица, а? Скажи, тебя задело, что я взял Брик себе? Я привык к такому обращению со стороны тех, у кого светлые лица. Верно. Тебя бы мало кто признал как капитана. Так какая должность загладит мою неловкость? Буду квартирмейстером. Не меньше. Пусть так. А найдется ли у квартирмейстера совет для его капитана? Стоит высадиться перед Насау, набрать воды, сходить на охоту. Что ж, резонно, друг. Решено. Будем искать спокойное место. Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще здесь. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвать. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерло нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. Накидывай! Крепче, Найтос! Быстро!